Потому что этот предок, он введен просто так. Это как Java Lang Object. Вообще говоря, нет смысла делать new Java Lang Object. Там внутри ничего полезных данных нет. Error. Error JS не должен наследовать, не должен кэчить, не должен кидать. Эти штуки имеют право делать только виртуальная машина, когда у нее серьезный сбой. Она рассказывает, что произошло. Ну, два типичных. Out of memory error, не хватило памяти. Stack overflow error, твой алгоритм содержит неограниченную рекурсию. Ну, не ограниченную, а слишком глубокую. Там 10 тысяч и хлоп, назад вылетело. Стек кончился. Поэтому джавист может создавать, кидать, наследовать только эти два эксепшена. Получается, у меня всего на выбор два предка. Дальше выбор достаточно простой. Этот чекет, этот анчекет. Когда вот я буду, когда new printer print, кинет printer exception, я могу наследоваться либо отсюда, либо отсюда. Я должен просто решить дальше второй стиль. Мое исключение будет checked или unchecked. То есть заставлю ли я человека, который будет использовать мой метод print, мучаться и ставить try catch или throws. Если я делаю checked, то компилятор начинает все проверять и запрещает ему просто проигнорировать exception. Вот. Здесь дальше начинается стиль на каждом проекте. То есть я не понимаю, я считаю, что exception должны быть все checked. Я вообще не понимаю своих друзей, которые считают наоборот. Я их логику не улавливаю. Я их уважаю, но логику их понять не могу. Но есть две противоборствующие школы. Одни только за чекать, другие только за анчекать. Я за чекать. Объясню почему. Когда я программирую, у меня есть, как человек будет использовать мой модуль. New printer print. Да? Он вот так будет использовать мой принтер. А я распечатать не смог. И допустим, что система в продакшене или у тестеров сломается. У тестеров, это худший вариант. В пятницу вечером. Потому что они тестировали, оказывается, что если дать документ с зелеными буквами, PDF старой версии, больше чем 600 страниц, он на принтере вылазит только первые 400 страниц. И вместо зеленого коричневый. То вообще говоря, нас как бы вызывают двоих. Того, кто написал принтер, и того, кто принтер вызвал. И один из нас двоих выйдет в субботу или оба чинить. Потому что в понедельник у нас сдача проекта. И если я грамотно написал метод print, и я такую ситуацию обрабатывал, что бывают старые версии PDF, новые версии PDF, что бывают очень большие PDF, которые там куда-то не влезли. Я кидаю exception. Если я действительно знаю, что я такую ситуацию с таким дурацким документом предвидел, и когда мне его дали, я кинул exception, и этот exception был checked, то я в субботу не выйду. Мне дали дурацкий документ, я не напечатал, в ответ я кинул exception, exception был checked. То есть он, его компилятор, запрещал проигнорировать эту ошибку. Если он так ее проигнорировал, например, он должен был, когда на принтер вылезло 400 страниц вместо зеленого коричневого, он должен был на формочке отредить, извините, ваш документ не может быть распечатан. А он этого не сделал. Это, я говорю, не, я в субботу не выйду. Мне дали плохой документ, я это обнаружил, я кинул исключение. Я кинул такое исключение, что он не может его проигнорировать. Он либо сделал, то есть так или иначе, он может делать throws, но в конце концов он должен делать try catch. Компилятор заставил его сделать catch. И в catch'е он должен был отреагировать на ситуацию. Если он поставил catch, а компилятор его заставил, и никак не отреагировал, написал system.println, bad, bad, bad. Тестер, когда тестировал, на экране там что-то в консоли пишет, на экране ему не высветилась формочка, он говорит, а почему, почему? Мне ошибки не напечатало, а принтер не работает. То я говорю, нет. Я сделал все, что мог для того, чтобы вы отреагировали на exception. То есть у меня была ситуация, когда я писал один модуль, проект горел, и меня вызывал, ну как бы программист уровня меня ниже. Я писал более сложный модуль,
я писал сервер, который получает произвольное изображение из интернета, перегоняет их в один формат, сжимает в разные размеры, для того, чтобы на сайте там, 600 на 800, 100 на 100 еще, сохраняет файловую систему, и потом его говорят, дай имидж. Он круг, все размеры выдает. Вот. А он должен был, соответственно, мне давать имиджи и забирать их. И у нас была 5 раз ситуация, когда эта спайка не работала. То есть клиент заливает фотографии, а они не появляются. Он залил фотографии на сайт, он заходит на сайт, его фотографий нет. То есть 5 раз были разборки, 5 раз оказалось, что я породил, как бы, что получилось? Я породил чертову уму исключений, все чекают. Когда я определил, что не тот формат, я не могу его сжать, у тебя не хватает пикселов, там вот эта куча проблем, я ему кидаю exception. Он обленился, и он их неправильно обрабатывал. Он решил, что exception сильно много, ему сильно сложно, он там что-то делал. Суть в том, что, ну, в общем, он выходил по субботам, воскресеньям работал. Его преступление было не в том, что он не справился с заданием. Это не преступление, сильно сложное задание. Его преступление в том, что его модуль, тут браузер клиента, он прислал ему фотографии. Его модуль, непонятно какой, послал моему модулю, который имидж-сервер, фотографию. Я назад ему абсолютно корректно ответил, что я с этой фотографией работать не буду. Это анимированный GIF. Мы не сохраняем анимированные гифы, только не анимированные. А он получил четко, то есть его модуль приказал моему модулю, мой модуль ответил ему, а он тут как-то накодировал, try-catch, что-то запутался, и в итоге он клиенту написал, окей, ваша фотография сохранена. И в спайке наши два модуля работают неправильно. Клиент, ну, тестировщик, заливает фотку, окей, фотки залиты, заходит на страницу, фоток нет. Но суть в том, что мой модуль корректно отработал. По контракту, то есть по договорам, мы анимированные гифки не храним, мы только там JPEG храним, BMG, например. Я ему ответил, он не справился с управлением. Все. Причем я свою работу выполнял. Суть в следующем, что когда система проектируется с большого количества модулей, да, а тут модуль авторизации, прежде чем сохранять имиджи, нужно послать логин-пасворд и получить, что этот пользователь имеет право сохранить фотки. Модуль авторизации. А модуль авторизации, он как работает? Он может авторизовать также пользователей через Facebook, да, и через еще что-нибудь. Через Google+. А имидж-сервер должен сохранять файловую систему и должен сохранять базу данных. А он еще должен, получается жуткая система. То в этом случае лично мне удобно, что если модуль работать не может, он должен четко, ясно сломаться. В идеале это будет check at exception, такой, чтобы человек, вызвавший модуль, не мог проигнорировать ответ. Он вызывает, компилятор говорит, эта штука кидает printer exception. Что будем делать? Пиши throws или try catch. Если пишет throws, то любой вызывающий этот метод обязан опять реагировать. Кто хочет поставить try catch в кэче, обязан что-то отреагировать. Он обстановил exception, он должен решить проблему. Если же исключение unchecked, наследник runtime exception, они могут просто его как бы проигнорировать. Они могут не ставить try catch. Компилятор их не заставляет, они не ставят. В итоге, когда модуль сломается, что будет в системе? Модуль сломался, полетел мой exception, пролетает сквозь их методы. Кэча нигде нет. Летит, и на самом верху что-нибудь ломает. Его там не ожидали. И потом мне говорят, что у меня плохой exception, неожиданно выскочил, почему я не предупредил, вот такая странная ошибка. А поскольку они, например, даже не строили иерархию exception, они catch не делали, то им прилетел такой странный exception. У вас в палитре при сохранении TIFF, у вас в палитре 4-й бит после XOR'а с 9-м битом не совпадает по маске с тем exception. И они как бы меня обвиняют. Если я делаю чекет, они не могут это проигнорировать. То есть получается, их модуль, мой модуль, еще какой-то модуль. Этот модуль вызвал этот модуль, они вызвали меня. Я назад кидаю им странное исключение. Если оно чекет, они не могут, оно не может незаметно пролететь и вылететь здесь. Ну что такое модуль? Последовательность методов. Они вызовут ему регистрацию, тот вызовет то и вызовет принтер. Если unchecked, то они могут throws не ставить, try catch не ставить.
Тогда получается exception пролетит, и это может пролететь, и что-то тут сломает. Если оно чекает, то они обязаны либо везде поставить throws, и тогда этот автор скажет, что это за дурацкое исключение. Ну, когда он общается к этому модулю, он не хочет ловить исключение вот оттуда, от принтера, от какой-то лампы световой, я не знаю, вспышку, которая... Ну, то есть, говорит, я тебе приказал что-то нам сделать. Включить сигнализацию на этаже. Зачем ты мне рассказываешь о проблемах принтера? Если... Поэтому он будет вынужден поставить try и catch по моему исключению. А теперь он виноват. Раз его модуль остановил мою ошибку, он обязан реагировать. Кто catch сделал, тот теперь и реагирует. А чем же рекомендуют те, которые считают, что надо делать ничего? Какие их положительные моменты? Они аргументируют следующим. Может оказаться, возможно, это другой тип проекта, на который просто не попадал. Что? Есть какое-то мое место. Главный метод. Есть вот здесь какие-то маленькие штуки, которые могут сломаться реально. Файловая система, база данных, не знаю, что еще там, интернет. А вот здесь может оказаться очень много слоев, которые я не контролирую. Я их код вообще не пишу. Например, это серьезный фреймворк. Я вызываю фреймворк вызывает сам себя, вызывает, он вызывает мою штучку. Она что-то возвращает, методы вызывают друг друга и получается ответ. Я с таким не сталкивался. То есть я не, ну... И тогда оказывается, что если эта штучка кидает, чекает исключение, то система не компилируется, фреймворк говорит, я не могу вызвать этот метод, он, что мне делать? Они говорят, подожди, если это исключение будет unchecked, то оно незаметно пролетит все слои и вылетит здесь. А я просто буду знать, что я тут кидаю throw new printer exception, а printer exception наследуется здесь, printer exception. Поэтому он unchecked. Поэтому эти товарищи, только если они его перехватят, только если делают catch по runtime exception. Если они этого не делают, я кидаю тут printer exception, что-то еще там, x exception, не знаю, y exception. Они незаметно пролетают уровни, но при этом нужна ручная синхронизация. То есть я вот здесь вызвал кучу чего-то, оно вызвало эту коробочку, коробочка кидает y exception, тут ставлю catch по y exception. Но компилятор этого не требует. Второе, откуда может прийти, насколько я знаю, в C++, например, нет деления на checked и unchecked. У них все exception и unchecked. И, соответственно, люди, привыкшие программировать в таком стиле, где компилятор их не принуждает делать try-catch, то когда они с той идеологией переходят в Java, их начинает это мешать. То есть, когда компилятор вмешивается, рассказывает, как делать работы с эксепшенами. Возможно так, потому что вот... Мой друг, который последний раз неистово защищал unchecked exception, он параллельно пишет одну и ту же тулзу для Android на Java, для iPhone на Objective-C и под Windows Mobile на C++. То есть он пишет одно и то же на трех языках. Странно это, да? Ну, он не понимает меня, как можно работать на одном языке, я не понимаю его, как можно одну программу писать на трех языках. По три операционных системы. И, возможно, у него проблема в том, что на двух операционных системах, в двух языках checked exception нет, а в Java есть. И когда он там что-то разработал, ну, программа одинаково выглядит. Когда он там что-то разработал, переносит на Java, приходится вот checked, ну, try-catch ставить. Ну. Так. Давайте глянем. Либо закончим, либо что-то еще. Так. Курьер, стратегия обработки, тыкл GDK, стратегия обработки, сколько мы сделали. Так, у нас остались типичные GDK и стратегии построения иерархии. Так, типичные GDK. В следующий раз, стратегии построения я уже рассказывал, сейчас очень кратко напомню. Это значит exception, это runtime exception. Первое. Я могу себе выбрать предком либо exception, либо runtime exception.
Надо только выбрать, будет оно чекать или анчекать. Второе, я в прошлый раз говорил. Если я пишу модуль для работы с принтером, я беру своего себе предка, printer exception, и выбираю себе чекета. Я выбираю только чекет. И дальше я наследую у printer exception есть проблема инициализации. Не нашли принтера, принтер не тот, не тот цвет. Проблемы печати, проблемы там чего-нибудь еще. Проблемы ресурсов. Я просто не смог найти принтер. Он мне не отвечает. Я его нашел, не отвечает. Возможно, драйвера отбиты. Проблемы ресурсов. Я его нашел, он не отвечает, но он не отвечает, что нет бумаги. Он не отвечает, что нет краски. Или я его нашел, он инициализировался, он не отвечает, что ресурсов достаточно. Я сделал принт, а он попечатал, через 30 секунд мне что-то ответил. Или там сбой какой-то, не знаю. И тут я могу рождать конкретное. Так вот, крайне рекомендуется, тут я не слышал альтернативных мнений, но всегда делать свой корень иерархии. Не делать вот так. Потому что если я кидаю А, Б, С и Д, а человек хочет перехватить все четыре, он должен делать catch по runtime exception. Но runtime exception, возможно, мой модуль предел А, Б, С, Д к нему, а другой модуль предел к нему X, Y, Z. Когда ставишь catch по этому, ты хватаешь всех потомков хватаешь. Если же я тяну, создал себе корень иерархии, налепил, он оттащил, сделал свой X, Y, Z, у которого наследники X, Y и Z, то я могу делать catch по X, Y, Z и перехватывать только ошибки, связанные там с бумагой, ну, с его модулем. Или по этому. То есть я просто-напросто для своих объектов создал один общий предок. В данном случае то есть, ситуация такая, в Java у всех ссылочных типов есть предок, Java Lang Object, в C++ нет. Ну вот просто такая. Это вообще такой general design. Общий дизайн, очень-очень общий в языках программирования. В Java создали общего предка и насовали туда методов. Хэш-код, toString, equals, wait, notify, finalize, clone. В C++ сказали, что у нас ничего общего нет. Просто у них нет общего предка. У нас есть. То есть в данном случае я предлагаю следовать стилю, как бы создавать общего предка. Так. То есть я рекомендую, опять, это моя личная стратегия в жизни, делать чекет. Тогда люди, которые меня вызывают, не могут игнорировать их. Второе, если я вызываю чужой модуль, я тоже пытаюсь от него требовать, чтобы он кидал чекет исключения. Почему? Чем это мне удобно? Мой модуль. Раньше мой модуль был подчиненный, теперь мой модуль начальник. Вызывает другой модуль. Он пишет принтер, а я должен на нем печатать. Я его вызвал, он мне возвращает. Если он сломался, а я хочу обрабатывать все его ошибки, то что получится? Я к нему иду, говорю, там, Вася, какие у тебя бывают exception? У него он checked exception. Он говорит, у меня бывают А, Б и С. Поверь мне на слово. Компилятор не подтверждает. Я ставлю catch по А, catch по Б, catch по С. Все хорошо работает. Но потом у Васи была запара. Он в субботу вытягивал свой модуль, потому что там отдыхал всю неделю. И он взял и добавил the exception. И написал мне e-mail. Или не написал. Он устал. Нас запускают. Что получается? Я вызвал его модуль. Кэча по D у меня нет. Потому что он мне о нем ничего не сказал. Или я не успел отреагировать. У него произошла поломка, он кинул D, а я не сделал catch. И он полетел дальше. Те ребята дальше вообще про D ничего не знают. Это. И в общем-то, или я не смог выполнить свою работу. Я его вызвал, он кинул D, но я не хочу этого. Если я ему говорю, значит так, Брук, твой модуль кидает только check at exception. Я призываю на помощь компилятор. Если у него было А, Б, С, а не чекер, компилятор заставил меня поставить три кэча по А, по Б и по С, или по их общему предку. Если этот боец добавил D, проект не компилируется.
Я Д не перехватываю. Я у себя в СРОВ Д не объявил. Предков я не объявляю. Я не пишу SROWS Exception. SROWS Exception это вообще очень плохой метод. Метод говорит, я могу сломаться. Как? Вот так. Просто. Поэтому SROWS Exception плохо. Catch по Exception тоже плохо. Чиню все поломки. То есть лечу от всех болезней. Я ставлю catch по A, catch по B и catch по C. Он на выходных добавил D, система не компилируется. Его модуль себя начал вести по-новому, может сломаться по D, я к этому был не готов, я его использую, я не компилируюсь. Проект не собирается, все, это теперь его проблема. Вот теперь он не должен мне e-mail послать или в скайпе написать, он должен меня найти. То есть он должен сделать одну из двух. Либо найти меня и попросить меня переписать свой модуль для ситуации D. А я говорю, а что за ситуация D, расскажи, а как ты его кидаешь? Либо же он должен в выходные залезть в мой модуль и добавить catch по D. Но в таком случае, если он залез в мой модуль и все сломалось, то он виноват. Ну, все работало хорошо, пока он не добавил exception. Он добавил exception, у меня все еще все работало хорошо, но не компилировалось. Он залез ко мне, починил мой модуль для D, теперь он виноват. То есть получается, check at exception, и мы заставляем компилятор содействовать как бы нашей коммуникации. Он не может просто там вертеть свои эксепшены, добавлять, удалять. Ну, то есть, не то чтобы это была большая проблема, но, скажем, есть общая стратегия, которая говорит, что есть модуль. И там внутри куча классов, куча исключений, куча странных ситуаций, да, как это все работает там. Например, я пишу браузер для Android. Android может брать интернет по, допустим, по Wi-Fi. Подхватывает Wi-Fi станцию. Может брать по GSM. Прямо раз через Kyivstar. Может брать, может там по Bluetooth. Я не знаю. Когда я пишу браузер, мне не интересны потроха модуля, который от входа достает мне интернет. У них сегодня такой протокол, а завтра еще по USB. И в таком случае говорю, я знаю, что ты вот в своем модуле, то есть мой модуль, собственно, браузера, использует модуль взятия интернета. Я говорю, ты там пиши, что хочешь, все свои проблемы решай сам. Я наружу хочу от тебя минимум информации. Либо дай мне интернет, либо скажи, интернета нет. И check это исключение позволяет это, чтобы компилятор проверял это. Он классный программер, очень классно пишет. Я классный программер, классно пишу. Но я не хочу случайно получить его ошибку. Проблема, что кодировка Wi-Fi оказалась, и дальше какой-то жуткий рассказ. Если я требую, чтобы все его исключения были чекет, то оттуда случайно не вылетит какая-то его проблема. Ему компилятор контролирует, чтобы... То есть компилятор контролирует, чтобы наши модули были согласованы. Если он кидает исключение, то я обязан повесить кэч на это. И это заставляет нас взаимодействовать, то есть, ну, разговаривать, синхронизировать задачи, пойти попить чай и объясниться. То есть, может быть, он действительно не знает, что делать. Но правда, знаешь, у меня бывает нестабильный Wi-Fi, то есть, то нет. Тебе нужен такой интернет? Я могу тебе кинуть exception, а могу что-то сделать. В таком случае мы с ним садимся и разбираемся. Да? Мы идем к большему начальнику, говорим, больше начальник. Должен ли браузер работать, если интернет 2 секунды есть, 5 секунд нет. То есть мы решить не можем. Ни я, ни он. Большой начальник принимает решение, и тогда так или так. А для него это странная ситуация с Wi-Fi, он принять решение не может. То есть check and exception заставляет нас взаимодействовать. Это как... Ну, так, аналогии не будет. Итак. Чекет и свой query mirror. Ну, чекет под вопросом, есть альтернативная стратегия. Свой корень иерархии, в общем-то, все признали, все еще раз повторяют GDK, там, все свои корни. Так, типичные исключения. Так, заканчиваем. В следующий раз будет две темы. У нас осталось на пол лекции, может даже меньше. Первое. Типичное исключение в GDK. Штук 10. Посмотрим. Потому что, во-первых, стандартный код их часто кидает. Во-вторых, если у вас есть ситуация какая-то, то вы можете не создавать свое исключение, а взять ее из GDK.
illegal argument exception. Оно уже есть в JDK, его надо кидать, когда вашему методу не подходят аргументы. Illegal state exception. Его надо кидать, когда вас вызвали в плохой момент. Например, вызвали close, а потом вызвали давай работай. В JDK уже есть класс исключения illegal state exception. То есть вызванный в неподходящем состоянии. Я закрыт, извините. Или еще не открыт. Если вы знаете эти стандартные исключения, это ну, сильно улучшает ваш код. Это раз. Два, что посмотрим. Кроме того, что getCause, есть getSuppressed. В общем, оказалось, что в exception, начиная с 7 Java, появилось узлы находятся в двух односвязанных списках одновременно. Или почитайте в интернете, или подождите. И мы еще посмотрим, то есть это стандартно, это в Java 7 добавилось, и в Java 7 добавилось три новых конструкции при работе с try-catch-ом, которая является синтаксическим сахаром и компилятором сводится к тому, что мы изучили. Ну а если хотите, в интернете поищите try, стандартное называется, try with resources, try с ресурсами, multi-catch называется, multi-catch, и что-то еще связано с suppression. Но оно, его поведение легко объясняется через то, что мы уже про исключение знаем. Все, лекция закончена.